Ну что, 42 этаж, это мы забрались на зиплайн. Сейчас вот будем вот по этим вот канатам ехать вон ту сторону. Вот. То есть здесь высот нам хватает. Уже третья высокая точка. Получается 170 метров над уровнем моря, 42 этаж. Вот вид на Пальмовую. На Пальму. Мы вот вчера были вот на той башне, оттуда смотрели. На Колесе мы тоже были, но не катались. Вот здесь вся эта красота. И вот сейчас мы полетим на зиплайне вот в Дубай-Марин. Вот получается скайдайв Дубай, вон там вот, вот эта вот взлетная полоса. Вот мы там оттуда, так что они летают в небе. И это мы на 10 число мне записались, потому что сегодня уже поздно было, не было, а завтра мы едем в Абу-Даби. Вот это оттуда скайдайв Дубай. Вот он. А там все дальше. Пальмовый остров. И Дубай-Марина. Очень все красиво. И вот мы тоже вот по этой набережной мы ходили вот туда на колесо. И здесь вот, да, красиво оформлены, конечно, пляжи. Пошли, вон они, погнали, полетели. Все, пошли.